В Жилойском районе Атравской области к некрополю Ахмешит, который вошел в перечень святынь, проложат дорогу и построят гостиницу для паломников. Комплекс состоит из медресе и двух мавзолеев. С каждым годом сюда приезжает все больше народа. Это не только жители Казахстана, но и стран Центральной Азии, Ирана, России. Люди приходят сюда попросить у Бекет-ата здоровья себе и своим детям.